Здравствуйте! Это «Время жить» – программа о том, как сохранить свое здоровье и победить различные недуги. Сегодня вы увидите. Жизнь под давлением, лечение и профилактика гипертонической болезни. Почему скрипят суставы, как избавиться от хруста в коленях? Есть ли польза от добавок кальция и коллагена? Норма давления человека, какова она, меняется ли она с возрастом, как не допустить развития гипертонии, а уж если она случилась, то как ее лечить. Обо всем об этом речь пойдет в следующем сюжете. Давление – один из основных маркеров здоровья. Отклонение от нормы чаще всего свидетельствует о наличии гипертонической болезни или гипотонии. Так что если ваше артериальное давление начало прыгать вверх или вниз, от этой проблемы уже не отмахнуться. Норма артериального давления у взрослого человека колеблется в пределах нижняя 100 на 60, верхняя должно быть нормальная, не выше 140 на 90. То, что у нас в народе бытует такое, можно сказать, легенда о том, что с возрастом должны быть другие нормы для человека, это неправда. Единственное, вот в настоящее время в европейских рекомендациях 2013 года оговариваются лица старше 80 лет, у которых допускаются цифры артериального давления 150 на 90, так как у них уже идет, чтобы не страдал кровоснабжение головного мозга. Но все равно никаких там нормальных цифр 160-170 не бывает и быть не может. Гипертония, пожалуй, самая известная и распространенная сосудистая болезнь. По некоторым данным, ей страдает 25% всего взрослого населения. Лишь каждый четвертый знает, что болен. Гипертония – это хроническое заболевание, которое сопровождается стойким повышением артериального давления выше допустимых пределов. Артериальная гипертония, она приводит к развитию поражению органов, так называемых мишеней. Органами мишени артериальной гипертонии являются сердце, почки и мозг. Сердце – это инфаркт, мозг – это инсульт, почка – это гломерулонефрит, приводящий к хронической почечной недостаточности. Все это сосудистые проявления, это заболевание. Поэтому важно, чтобы, во-первых, человек знал о том, что у него есть артериальная гипертония, поэтому надо выявить ее вовремя и вовремя начать лечить. К сожалению, у нас пациенты приходят к нам, когда уже в значительной степени гипертоническая болезнь сформировалась. Уже есть поражение, признаки поражения сердца, головного мозга или почек. Людям с артериальной гипертонией принимать лекарства надо постоянно, потому что прерывистые назначения самому себе и отказ от препаратов нередко приводят только к еще более тяжелому развитию болезни. Доктор подберет те лекарства, которые будут для вас наиболее эффективны. Праздничные события какие-то, или праздники государственные, или праздники домашние. Люди, страдающие уже артериальной гипертонией, при приеме небольших даже доз алкоголя всегда задают вопрос, нужно ли принимать свои обычные антигипертензивные препараты, не повредит ли это. Нет, не повредит, это нужно принимать обязательно, потому что отмена этих препаратов, она приводит к резкому подъему артериального давления. Как и любое хроническое заболевание, гипертония поддается коррекции лишь при условии постоянной и грамотной терапии, а также требует от больного осознанного изменения образа жизни. Только сочетание этих двух факторов позволяет поддерживать оптимальное артериальное давление, а значит сохранить хорошее самочувствие и работоспособность на долгие годы. Если постоянно высокое давление, если человек очень часто приходит и говорят, что вот у меня 160 на 100, я чувствовал себя хорошо, а вот пошел к врачу, мне назначил таблетки, у меня давление снизилось, и у меня страшные головные боли. Ну, во-первых, это не есть плохо, то есть человек адаптирован был к 160 на 100, но это очень плохо для его органов, то есть это очень плохо для сердца. Сердце гипертрофируется при этом нарушается кровоснабжение головного мозга, при этом страдают почки. Поэтому необходимо добиваться снижения артериального давления до так называемых целевых значений. Целевые значения – это 140 на 90. Все. Выше этих цифр держать давление нельзя. В формировании артериальной гипертонии принимают участие многочисленные весьма сложные механизмы.
При всем этом само заболевание может быть осложнено еще разнообразными факторами. Ожирение – один из основных. Кстати, он провоцирует возникновение не только гипертонии, но и сахарного диабета, а также ишемической болезни сердца. У нас, конечно, артериальная гипертония имеет так называемые модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. Модифицируемые – это избыточное питание, малая физическая активность, это курение и наследственность. Те факторы, которые можем убрать, да, их надо убрать, конечно. Это в первую очередь надо отказаться от курения. Надо следить за своим питанием, надо следить за своим образом жизни. Дозированные физические нагрузки каждый человек должен, как говорится, себе прописывать самостоятельно или с помощью врача. Но не меньше 5 километров в день надо проходить, или эквивалент. Гипертоническую болезнь, как любое хроническое прогрессирующее заболевание, легче предупредить, чем лечить. Поэтому профилактика, особенно для людей с отягощенной наследственностью, задача первой необходимости. Правильный образ жизни и регулярное наблюдение у врача помогают отсрочить или смягчить проявление гипертонии, а зачастую даже совсем не допустить ее развития. Хруст в коленях никогда не возникает сам по себе. Коленный сустав настолько совершенен, что при выполнении своих функций не должен издавать никаких звуков. Медики говорят, что если ваши колени хрустят как снег в морозную погоду, необходимо срочно найти причину и предотвратить развитие болезни. Проблема хруста в суставах – безобидное, казалось бы, явление, но со временем оно может перерастать в весьма серьезные заболевания, например, артроз или артрит. Хруст по своей сути – предвестник разрушения сустава. Причины могут быть самыми разными. Артроз, скажем так, вот дегенеративно-дистрофические заболевания, либо там группа асептических некрозов – это отдельная группа болезней. Ко всему прочему, есть еще так называемые острые состояния, те, которые чаще всего возникают у спортивных людей, либо людей, ведущих высокоактивный образ жизни. Если хруст не сопровождается болевыми ощущениями, припухлостью сустава, скованностью или ограничением движения в нем, то явного повода для переживаний нет. В каждом суставе имеется определенное количество кислорода, который, скажем так, находится в синовиальной жидкости, вот та, которая смазывает суставные поверхности. И при определенных движениях, скажем так, вот этот вот газ, он как бы создает звуковой эффект щелчков. Это одна сторона вопроса теории. Но это, как правило, такой легкий и безболезненный, скажем так, хруст. Скрип суставов может возникать из-за перескакивания сухожилий. Бывает, что мениски создают звуковой эффект, когда не успевают выскальзывать при определенном движении. Характерные щелчки нередко связаны с нестабильностью коленной чашечки. Они на первых порах, как правило, безболезненны. Тем не менее, медики напоминают, если у вас возникают какие-то непонятные ощущения в области крупных суставов, такие как боль, хруст, тугоподвижность, ограничение движения, это звоночки, которые говорят, что необходимо обратиться к специалисту. Если при исследовании выявляется состояние, скажем так, которое вот мы уже начинали с того, что про деформирующий артроз говорили, то форма лечения очень сильно зависит от стадии. При первой, второй стадии мы, как правило, рекомендуем консервативную терапию, которая включает в себя соблюдение определенного двигательного режима, занятия лечебной гимнастикой, специальный массаж, физиопроцедуры, воды, грязи, лечение и прием специальных лекарственных препаратов. При правильном лечении проблема корректируется, однако если процесс зашел дальше третьей-четвертой стадии, то врачи прибегают к хирургическим методам. Мы можем, допустим, коленный сустав или там локтевой, плечевой выполнить артроскопическую операцию без разрезов и, попросту говоря, отшлифовать сустав, как бы, и создать условия для того, чтобы суставной хрящ регенерировал. Если же процесс зашел еще дальше и целесообразности в проведении таких вот паллиативных операций нет, то, как правило, выполняем радикальные операции по замене там суставов, как чаще всего вот у нас
в нашей клинике выполняется замена тазобедренного либо коленного сустава. Вот в настоящее время мы выполняем еще как бы идем разработки и внедрению в практику нашего эндопротезирования плечевого сустава. Но это уже такие более радикальные, серьезные операции. Конечно же, лучшая операция для хирурга невыполненная. Профилактика заболеваний всегда лучше, чем лечение. И первое, что нужно делать, чтобы недуги отступили, это вести подвижный образ жизни. Еще Гиппократ в свое время сказал, хочешь быть здоровым, бегай. То есть, ну, бегать это так условно, как бы это, но движение должно быть. Потому что движение для сустава это вообще жизнь. Потому что у нас сам сустав так устроен, если в нем есть движение, значит он живет. Значит в нем постоянно идут нормальные обменные процессы, нормальное питание суставного хряща, связочного аппарата. Поэтому возможности двигайтесь, начинайте свой день с зарядки, делайте в течение дня легкую как бы зарядку, занимайтесь физкультурой. Для того, чтобы помочь своим коленям избавиться от хруста, необходимо снизить массу тела, если есть избыточный вес. Ведь он давит на кости, суставы и связки, нарушая их конфигурацию и вызывая боль. Кроме того, лишний вес запускает так называемый метаболический синдром, который уже потом будет связан с гипертонией, с возникновением сахарного диабета, нарушением обменных процессов. Все это уже вторично приводит к разрушению сустава. Биологический запас прочности сустава, там, крупного, коленного, тазобедренного, это порядка 70-80 килограммов. То есть, если в пациенте больше вес, вот это все приводит к тому, что сустав изнашивается быстрее. Профилактика заболеваний сустава включает правильное питание. В организм должны своевременно и в достаточном количестве поступать продукты, содержащие кальций, белки, коллаген. Я бы хотел рекомендовать нашим пациентам, если у них нет противопоказаний, посещение бани, скажем так, бассейнов, отпуск брать минимум на 24 дня, если есть возможность, то как бы проводить его в хорошем месте, чтобы был море, климатотерапия, так называемое лечение силами природы, скажем так, потому что это все тоже влияет в конечном области на наш организм, потому что ни в коем случае нельзя лечить один какой-то сегмент, там коленный сустав, либо тазобедренный, локтевой, плечевой, отдельно от всего организма. Все у нас в организме взаимосвязано, это достаточно гибкая система, поэтому надо обращать внимание на весь организм. По поводу некоторых препаратов, которые применяются в лечении заболеваний суставов, в медицинском сообществе сейчас небольшой раскол. Нет единого мнения, приносят ли пользу так называемые хондропротекторы. В народе мы их знаем как добавки коллагена. Некоторые врачи очень верят в то, что вот эти препараты помогают. Определенная группа говорит о том, что это в принципе помогает настолько, насколько ты в это веришь сам. Последнее исследование американской группы хирургов говорит о том, что применение внутрисуставных введений хондропротекторов при крайних степенях, там 3-4 степени артроза, это, как правило, неэффективно. То есть, попросту говоря, деньги на ветер. То есть, если лечить, то каждое патологическое состояние надо лечить в тот момент, когда оно это. То есть, да, если это артроз 1-2 степени, это помогает. Если вопрос уже идет о хирургическом лечении, то в принципе применение данных препаратов, оно, как правило, не помогает и оно неэффективно. Что касается препаратов кальция, то здесь врачи единодушны. Они важны для лечения заболеваний суставов и даже жизненно необходимы, если нет каких-то урологических противопоказаний со стороны обменных процессов. Такие препараты принимать надо обязательно и женщинам, и мужчинам. Женщинам где-то уже там в районе 40-45 лет, мужчинам в принципе, в районе 50 лет и позже, эти препараты необходимы просто даже с целью профилактики остеопороза инволютивного, то есть возрастного. Все остальные препараты имеют специфическое назначение. Их применение и дозировку необходимо обсуждать с лечащим врачом. Так что, если вас беспокоит хруст суставов, посетите доктора. Никакого самолечения, иначе запустите заболевание. Как
говорится в старом анекдоте, русский не ходит на прием к врачу по причине того, что болеет всего двумя болезнями, одна из которых проходит сама, а другая не лечится. Не занимайтесь самолечением. Большинство болезней переходят в более тяжелые стадии именно из-за того, что их слишком поздно заметили. Не откладывайте визит к врачу, ведь здоровье бесценно.